Есть запись? Да. Всем привет! Вы на канале Алиса Киса. Мы будем сегодня снимать, как мы будем убираться в нашей комнате. Сегодня у нас по причинам мы заболели, и поэтому решили разобрать стеллаж и стол. Я старшая сестра Алисы Кисы. Подписывайтесь на канал и поехали. У нас сегодня... Начнем с обычного ящика. У меня вот целая коробка есть. И, Алис, давай дотащи все остальное. Вот коробка есть. И, то есть всякие разные, то есть разные пузыри, заканчиваю какими-то разными тетрадками. Даже моей фигней, которую я выпила. Все, Алиса? Нет, давай сюда коробку поставим. Вот теперь все. Итак, давайте начинать. Давай начать с коробки. Да, я предлагаю начать с коробки, чтобы все засунуть сюда, если что. Давай да. Выпишем. Алис, принеси мне тряпочку, где я протирала. Так, ну я уже вижу стаканчик, почему-то он тут делает. Ну не ладно. Знаю, почему? Бери, да, тоже салфетки. Вот вытри вот этот стаканчик, наверное, в какой-то краске. Покажи, ребята. И, короче, вот мы вытираем. Вот примерно вот так. Нифига, сколько грязи. К нам Сонечка пришла. Ногу показала. Ой. Это наша кошка Соня. Не боюсь. Иди давай. Тихо-тихо-тихо. Мне больно. Все. Она нам будет помогать в течение ролика. Да. Вот она села и будет сидеть. Соня, смотри. Бац. Так, а теперь начинаем. Ты оттерла? Лысый Боба сел в автобус. Давай выкинем, ты не играешь. Да. У нее рука сломана. Короче, это на выкида. Алис, дай, пожалуйста, пакет нам с мусором. Ладно, в пакет у нас будет весь мусор. Что у тебя только не с тобой чей-то канат. Да. Ой, как у него тарелки грязные. Давай я протру, а ты дальше показывай. И выбирай, что ты оставляешь, а что нет. Так, ладно, я начинаю. Пока Таня будет вытирать, я буду начинать пробирать все. Мне кажется, это все грязное. Где у нас блокнот? С ленивцем. Сейчас посмотрю. Он у нас вот валит. Старший но она мне подарила. У нас, короче, кошка залезла там, где стоит как раз вот эта коробка. Это очень прикольно. Да. Короче, все, я вытерла. Вот она чистенькая. Так. Это еще, в принципе, чисто. Если не ошибаюсь, там почти все листья, по-моему. Давай мы выкинем. Вот. Где пакет? Так, у нас есть вот такая тетрадочка. Да, я вижу. Она вся новая. На оставляем. Давай мы ее оставим и убери вон туда. Вот. Просто положи куда-нибудь, потом я уберу. Или сразу убери к всяким этим. Ну вот тут уже почти все закончено. А, нет, не все. Нет, там еще много листьев. Я мы ее не выбрасываем, я ее ставлю. Ты пока все откладывай, то, что мы не выбрасываем, а потом мы будем складывать. Да, вот здесь все будет. Ты мне отдавай. Так. У нас есть еще что-то такое. Это штука, чтобы провести. Короче, вот, вот такая вот штука. Это подставка. Выносить? Она как бы для всего я действует. Я помню, это был зайчик, но да, он сломался. Да, что-то даже сломала. Выбросил. На, клади. Это да. Это я, Алиса. Хотя она сломана, мы вот выкинем. Да как, в смысле? Ну вот, смотри, она сломана, она держаться плохо. А, когда выбросил. Да. Потом я вижу, вот это я, наверное, соберу себе. Тут да. Есть глазки. А, я помню. И я могу... Это глазки от чудика, помнишь, я постелила? Ну да, я думаю, тебе они не нужны, я соберу да. Для
для уточек Лава Фан-Фан. А, я тоже хотела сказать для уточек. Так, я нашла Алисину косметику. Ее тоже мы оставляем. Давай ты ее... Давай, убирай. Мне кажется, тут уже ничего тебе не надо. Давай посмотреть. Давай их на 11 этаж отправим. Давай посмотреть. Есть домино, мы их уберем. Выйдем. Я помню, где это покупала. У нас сзади коробки вот тут под кроватью. Я помню, где это покупала. Не, вот это мне не нужно фигуры. Не нужны? Нужны. А это папочка. Нужны. Папочку можно, знаешь, для чего? Почему? Можно вот эту отклеить штуку. Да, и вот она будет для тетрадок. А, это просто. Будет сумочка. Да, уточки лофанка, да, нет, школу. Для сумочки лофанка это будет много, а вот для твоей школы подготовившку тебе как раз. Мне она не нужна. Так, смотри, это не ручки, это маркеры, держи. Это очки фломастеры. Это такие. Мои, а вот это нет, это не мое. А что это? Я не знаю, это не мое. Ну, короче, мы нашли какую-то... Ладно. Ручки мы потом спросим у родителей. Может, вот это, наверное, выбросить, да? А? Она мне не нужна вот эта. Ну, она тебе не нужна, поэтому выбрасывай. Я нашла вот такие маркеры. Мы оставляем. Я помню, это ты мне подарила просто так. Да, я ей дарила просто так. К нам пришла девочка, она приехала из Питера, и она принесла большой пакет. И как бы ты засовываешь туда руку и вытаскиваешь, что хочешь. То что ты нащупаешь, что ты и вытаскиваешь. Вот. Я вытащила сначала маркеры, я попросила второй раз и вытащила себе пенал. Но потом, короче, когда все закончилось, я просто забрала пакет и ушла. Серьезно. И у меня там всякие разные штучки. Помнишь, дельфинчик такой был из мозаики. Котик. Это все я унес, ты взяла. Она мне разрешила. Это карточки из Аэрофлота. Да, сейчас, это лото. Я помню, это мне она дала. Давайте тоже положим туда. Потом я нашла мелки. Это нашей старшей сестры. Да, это я не знаю, что мне делать. Ого, я помню. Их. Что это? Они мне новые. Давай. Так, давай все краски уберем к нашему ящику, который будет в следующем видео. Там как раз будет разбираться весь стол и комод. Ну, я не знаю, как нарисует весь комод, потому что там выбрали. Ну, а что у меня здесь краски? Алиса, дай. Ну, в общем, дофига красок у Алисы. И вот еще палитру я даю. Булавточки надо, уточки элефант даю. Ну, в принципе, да, она может пригодиться для пенала. То есть все, что там вот у меня будет, вот, есть место у нас огромное место. Как-то Алиса, наверное, тоже проведет рум-тур, да, Алис? Чего? По комнате нашей. А, да. Но это будет в следующем видео. Ставьте лайки, и будет следующее видео. Mm-hmm. Вот, и еще будет разборка стола тоже. Вот вечером это будет. Все, мы новые блогеры, потому что мы первый раз снимаемся. Вот так. Ну, вообще, у меня подписчиков почти 1000. Вот. Это очень дофига. А я новая девочка. Подписывайтесь на Стича в лайке. Она вот уже стала, у меня уже есть твое видео, а я новый. У меня первый раз там видео здесь. А я просто решила помогать ей. Так, нам через зимки не нужно. Может, на 11 этаж? Нет, почему? Я для косичек использую. Ладно, себе собирай. Мне кажется, мы для пузыри можно выкинуть, потому что у них их мало. Да, выбрасываем. И вот это тоже. Что это? Да, это все не надо. О, воздушный шарик. Да. И с ним можно провести один эксперимент, который я очень давно хочу провести. Ну, это типа... будет в следующем видео, когда вы нам поставите лайки. Я не знаю, когда это будет, когда будет на выходных, вот, когда мы выздоровеем. Потому что это с водой. Ты наливаешь сюда воду, завязываешь шарик, потом скотчем делаешь такой квадрат, и потом делаешь дырку, и она как будто бесконечная. Я тебе потом покажу, я надеюсь, у нас получится. Поэтому шарик это оставляю. Да.
И мы это будем провести в следующем видео. А знаешь, что давай сейчас сделаем? Давай все вот это повытаскиваем и выбросим. Они как бы нам не нужны. Да. Можно я поделаю? Давай, подожди, давай пополам. Давай. Или кто первый успеет? Давай. Только аккуратно порви. А это в мусорку. Это в мусорку, Алис. Пока здесь оставь. Нет, это в мусорку сразу кидай. Так. Аккуратненько все делай, а то если не подвез, надо это выглаживать. А мне не надо как бы это выглаживать. А я чуть-чуть хлеплю. С этого я так говорю, так непонятно. Вот. Я тоже. Мы, короче, заболели. У меня вчера была температура днем. И 32. А у Лизы под вечер тоже бабахнула температура, и поэтому она в садик не пошла. Сегодня. Но мне, в принципе, я в школу всегда хожу, потому что я онлайн обучение, вот. В этом году решил попробовать, что это такое вообще. Ну, потому что в школе у меня были некоторые проблемы. Поэтому... И тебя там почти все не учила, мама говорила, что тебя там не учили. Да, там не учили меня только. Хотя это была гимназия, я поступила в математический класс, но... То есть программа это вообще прям говно-говно. Не знаю, что там твои дети чем учат, но тебя там ничем не учат. Ну да, гораздо была сильнее программа. Ты там уже все знаешь. С первого по четвертый класс. Ты там уже все знаешь. Ну да. Алиса вроде тоже в эту школу поедет, либо в армию. Восьмую. Ну хоть чему-то учат. Потому что я тоже сначала училась в восьмой. Но я такая, у меня было больше ума, поэтому я поступила в гимназию. Вот. Вот для чего, кстати, резиночки, вот такие косички, я их вчера заплетала. Вот так вот у нас получилось. Так, давай убирай. А я пока это сделаю. А ты пока дальше разбирай, хорошо? Хорошо. Пока Таня все там что-то делает, я буду сама запилаться. Да. Так, что эти маски сделают? Мне кажется, вот этот тренажер, он тебе не нужен. Вот какой? Этот. Смотри. Нет. Вот это я оставлю. Вот это почти новое, я его тоже оставлю. Покажи, а ты открой, покажи мне. Покажи ребятам, мне покажи. Ну-ка. А, это были эти. Маленький сюрприз. Мы раньше снимали просто мне на телефон. И если надо, то я выложу это все сюда, потому что у меня до сих пор эти видео есть. Вот, и с этого я себе это оставляю. Yes. Так, а сказка? Тоже оставляем? Хорошо. А там она все разрисована? Ну, открой. Мне кажется, она тебе уже не нужна, потому что она все разрисованная. Давай наклейки вот оторвем. Нет. Ну, Алис, ты и правда не пользуешься. Так, я сейчас подойду. Алис, ты мы еще даже в пижамах. Не успели переодеться, потому что мы снимали видео. Утром снимали видео. И с этого мы не успели. Зато мы уже позавтра. Мы поспали, все сделали. Почистили зубы, позавтракали и чуть-чуть последовало, успели посмотреть и начали с уборкой вашего видео. Ладно, буду начинать дальше. И... Ладно, поехали. И блокнот вот такой. Сейчас и блокнот какой-то. Не поняла, чьи это. Там собери свой блокнот, что он мне делает. Ну, покажи. Так, я хотя бы чуть-чуть буду получше разговаривать. О, очки. О, очки тебе нужны в эту субботу на бассейн, если да? Мы пойдем. Хотя это вредно. Хотя да. Ну, в принципе, если мы за среду, четверг, пятницу за 3 дня выздоровеем, то пойдем. Хотя, знаете, маловероятно.
Ну, я думаю, я пойду посыпать, когда мне будет... Это вообще Варин и твой, но он мне как бы не нужен, давай выкинем его. Давай. Больше места. Ладно, это тоже оставляем. Я думаю, я пойду купаться в 6 лет, когда мне будет. Ну, просто у меня посыпать в субботу, а в субботу у меня еще, помню, что не пить из глины. С этого я не могу успеть. Ты успеваешь. Бассейн, наверное, утром будет. Нет. Вечером. Алиса, тебе нужна эта раскраска? Ну, если сказать. Ну, тренер. Вот, давай выкинем. Так, посмотрим вот такую тетрадку. И здесь у меня хранятся наклейки. Это коллекция наклеек у меня. Офигеть. Слушайте, ребят, я все время ее пыталась научить сохранять наклейки, и у нее правда это получилось. Это охренеть, как красиво. Положи ее к другим наклейкам. А принеси еще, покажи тетрадку. Это у меня коллекция всякая получилась. Мне бабушка очень часто покупала там наклейки. Я просила наклейки. Мам, бабушка, купи наклейки. Бабушка, купи наклейки. Она мне покупала, и я здесь сделала коллекцию. Вот. А еще я сделала коллекцию и стала. Потому что у нас есть кухня Алисина, да. И она все время засрана. Можно ее так назвать. Что там надо тебе? Принеси вторую тетрадку с наклейками. Хорошо. Она у тебя в столе, и эту туда можешь убрать. Потом, когда будешь относить. Давай, дай это. Сейчас я покажу ребятам. Да, а ты пока там снимаешься, я пока сопли поднимаю. Вот. Эту я тетрадку знаю, это я ее заставила. То есть я тоже иногда приклеиваю. Ну, тут, знаете, мы просто ее приклеиваем, разные наклейки. То есть некоторые даже вот эти вот собаки делают. Вот это последняя страница, которую... А, нет, не последняя, вот это последняя страница, пока больше не клеили. Эти, короче, у меня были висели, и у Алисы на... Как плакаты, вот там вот уточки Лолофант, сумочки висели, которые я, кстати, делала все. Вот. А это... Короче, там какие наклейки висели, но они отклеивались все время. Убери вот эти две тетрадки, стол обратно. Вот эти две? Ага. У меня там еще листики остались, если не ошибаюсь. В той коллекции. Я, может, еще сделаю коллекцию. Я, может, сниму видео, обзор висей уточки Элефант. Да, потому что мы еще хотим заказать. Там я ухожу за уточкой Элефант. Ну, не уточкой Элефант, а Милкой. Милкой. Вот. Я могу еще снять, если у вас попадутся лайки, я могу снять мою коллекцию наклеек. И когда я вам покажу, как я собирала из наклейки коллекцию. Или как я ее еще делаю сама. Вот. Если вы хотите это видео посмотреть, пишите комментарии и поставьте лайк по этому видео. А я еще нашла вот такой блокнотик. Я помню его. И он, наверное, полностью, да, он полностью пустой, прикиньте. Алис сейчас его уберет к своим блокнотикам. Нормально. Алис, не надо их распаковывать. Он просто туда уходит. И все. Ладно. Вот, я хотела показать, вот они коробки, как раз с этим. И там у нас длинная кровать. Вот все вот так вот коробка. Да, сейчас. Вон, что нашла. Это пенал Алисин. Тут есть вот такие ручки-карандашики. И ластики, и игрушки. Вот такая вот ластик я покупала. Нет, мы это выиграли на... Да, потом потеряли родителей, нам пришлось топать до машины, потому что они сказали, что они нас не нашли, и мы сами потом искали. Потом мы сначала зашли в какой-то бар, потом вышли, потом зашли в другую дверь, и потом прошли этот весь клуб, потом вышли. Короче, полная история, полная жопа. Вот такое колечко. Мое. Это тоже Алисина.
Давайте, что? А, вот я не показала. Удочка была под... Мы ее тоже выиграли. И также браслетик. Который мне сделала Таня. Ладно, будем дальше развивать, да? Да, это я думаю, давай это уберем. О, что? На, это оставим. Что это? Тебе, ты ими не пользуешься, давай их выкинем. Нет, что? Ты только снимай видео, я это найду. Я хоть... Короче, есть вот такой альбом какой-то. Я думаю, Алиса этим не пользуется. Алиса, ты этим пользуешься? Нет? У нас просто дофига раскрасок. Мы просто не успеваем. Мы обычно не раскрасим, мы то есть рисуем. То есть я хожу в художку, я рисую 24 на 7. А я хожу на лепку. 24 на 3. А я вместо Татьяны хожу на лепку. Я там леплю из глины. Ну, короче, записывали меня, а Алиса ходит вместо меня, потому что Алиса как бы еще нет 6 лет. Вот, и поэтому мы договаривались с директором, и вот, короче, она ходит. И сегодня, ой, в субботу я не пойду с ней. Тебе нужна эта тетрадка? Что? Да, она почти все чистая. Мне кажется, тебе это не надо, потому что это с моих худочек. Ой, не художки, а как она называется? Кстати, очень красиво я нарисовала, мне она безумно нравится. Вот это красиво. Что? Это же не... Это же дай посмотреть. Это моя. А-а-а! Я думала, вот это моя. И вот это. Ну ладно, можешь забирать, если тебе надо. Да, там есть раскраски, короче. И мне они очень нравятся, и с этого я там несу и раскрашиваю. Так, я что-то нашла. А, это походу что-то... Типа черновичков, их можно убрать будет на полку. Вот это вообще не мое. Это мелодия. Ну, это не мелодия, тут надо рисовать это папина скорее. Ну, в общем, мы их посмотрим. О, Таня, помнишь, что это я? Видео уже почти 30 минут идет. А мы еще никак не разбираем. Да. Вот, и это только один ящик, а у нас их три. Короче, будет вторая часть, там, где разбираем мою полку и... Да, только мою полку. Да. Там будет побыстрее, потому что Таня не так засирает, как некоторые. Мелки всякие, бабушки. Угу. Так, давай, что-то тут надо, что нет. Так, сейчас, подождите, надо проверить, работает или нет. Сейчас я даю маркеры. Маркеры, ручки. Вот это я оставляю тост. Нет, ты не проверила еще даже. Вдруг он засох, и тебе зачем он оставлять? Я нашла под колечко. Нет, я не засох. Иди, вот зачем ты на руке рисуешь? Купа. Алиса умоляла купить колечки, в итоге она всех потеряла. Это в Глории покупалась. Я, кстати, себе тоже купила в Глории, но это было позже. Неделю назад или две я купила колечки, и я их обожаю просто. Дай мне ножницы, принеси мне ножницы. А какие? Любые? Да любые. Там на столе у нас какие-то есть. Да, слушай, может, когда подходишь в этой группе играть? Нет, я не хочу. Давай быстрее. Хорошо. Все, покидала опять. Мам. У меня есть там в белой штуке. У тебя есть ножницы в твоих. Мы специально их оставляю. Потому что мы всегда ножницы берем. Как ножницы подают? Спасибо. Все, короче, я все отрезала. Вот, это нам не надо, это выкину. У меня, оказывается, здесь очень много. Это Антон Фоми. Короче, я думаю, сделаю бантик. Чтобы крышка типа не терялась. Тань, давай я пока проверю маркер. Давай, ты проверяй. А вот это мой отдельный штук? Да, а это мой. И будем складывать вот эту. Да.
Так, я буду сначала проверять, наверное, ручки. Вот я вижу вот эту ручку. Я буду привязывать такой маленький. Так, ручка засохла. Я буду привязывать такой маленький. Клей. Ладно, проверяем. Он. Ты просто знаешь, как делать? Смотри. Берешь, Алис, не надо закрашивать, делать такие круги. Просто делаешь вот так вот. Если пишет, значит, вот, ручка, кстати, тоже пишет. Он у меня тоже пишет. Оставляем. И сейчас. Этот маркер пишет. Если тот маркер нельзя проверять на... Если тот маркер нельзя проверять на бумаге, значит, не будет он проверять на альбоме. Давай тогда я тебе все соберу маркеры. Ладно. Да. Начинаем. Можно вот так просто сделать. Вот у меня. Пишет. Вот этот ставим маркер. Видно? Да, видно. Ну, быстрее нам надо заканчивать. Я даже не знаю, сколько времени. Но я надеюсь, что... Вот, этот маркер уже засох. Его выкидываем. Видишь, он засох. Смотри, какой лилипут. А, я помню этот маркер. Ну, он пишет как раз. Его мы тоже оставим. Да, Лиси, надо показывать. Просто делай и потом и складывай. Ты их уберешь? А вот так они не крепятся? Нет, они только я на тебе доске. Покажу, куда их можно сделать. Они только на доске. Не обязательно. А, кстати, а где доска? У бабушки. Она сломалась. Бабушка хочет починить. Вот этот мелок, он просто обычный, поэтому я его выкину. Какой? А. Потом я вижу карандашик, он хороший. И вот еще маркер. И еще нам, кстати, не только мой. Я думаю, если выйдет мой Apple хотя бы минут 15 максимум, то, в принципе, можно еще минут 15 поубираться. Это, кстати, засох. В ручках, карандашиках, потому что у нас тоже все засрано. А если мы когда-то успеем, мы можем на следующий или в эту субботу снять, как мы убираемся нашим на столе. На столе. Так, это вот. Вот. Мы каждый раз с Алисой теперь каждый, то есть мы поставили график, то есть мы каждый утром умываемся, чистим зубы. Вот. Да. По субботам у нас всегда полная уборка, как бы расслабление. Ну, расслабление стой, это без разницы. Если мы успеем, ладно, встанем утром, и в эту субботу или в следующую субботу мы будем убраться на сумочке или в столе, или просто на столе, или просто на столе, или просто на тумбочке. Алис, посмотрим. Да.